Всем привет, ребят, меня зовут Тим, и находится в BizFarm симуляторе, либо в симуляторе пчеловода. И сегодня, ребят, мы паролим. Вы писали многие в комментариях, что-то можно убрать. Я прислушался и подумал, и вправду, зачем мне нужно. Всем привет, ребяткам, которые есть на серваке. Кстати, скоро, ребят, знаете, чего я могу сделать? Да, купить соту. Ну, еще не... Сегодня подфармится мне, в принципе, и я уже как бы куплю, в принципе, соту. В дальнейшем уже будем, наверное, покупать все-таки вот этот там распылитель, получается, как раз где вот тут у дипдира вот этого модника. Вот этот, ребят, будем плантер покупать. Если что, ребятки, у нас есть с вами 15 тысяч, мы сейчас еще докупим, я не знаю, давай, наверное, на 90 точно сейчас докупим, а дальше уже я оставлю. 500 я оставлю, постараюсь, по крайней мере, оставить. Ребятки, амулет я не буду, в принципе, в этом смысла как бы нету. Кто не видел, смотрите предыдущие видосики, где мне топовый, прям вообще топовый реально амулетик выпал. Давай на соточку, в принципе, купим, да, и у нас бот 115. 115 примерно можно вырыть 4-5 мификов. Давайте теперь, ребят, расскажу, что мне можно убрать и что мне нужно добавить, что мне реально не хватает. Карпентеров мы добавлять не будем. Также добавим, ребят, музыку одну. Уберем, ребят, одного баунти. Я его, да, баунти называю, потому что он меня не одаренный одаривать. Я его, наверное, все-таки не буду. Ну, как бы пусть будет один. И, в принципе, я думаю, хватит. Пасиков точно 2. Прайсисов, спайсиков, если выпадут, то отлично. И еще, ребят, уберем одного вверх. В принципе, вот такой план, а медовую тоже можно, в принципе, убрать. Но это, наверное, на крайний случай. Посмотрим. Заходим, ребят, по накатанной. Только убираем, наверное, гифтит. Хотя нам гифтит и нужно, наверное, да? Давай по гифтит и паролям. Почему бы нет? Нам же музыка только гифтитовая нужна. И начнем мы как раз, ребят, вот с этого баунти. Нам нужна музыка, либо мифики красные. Больше нам, в принципе, ничего вообще абсолютно не нужно. Мифика, ребят, мы не проролим. Если нам выпадет обычный мифик, то он, конечно же, у нас останется и не проролится. Баунти. Это эпик фейл, ребят. Это просто эпик фейл. Ролим. Главное мне не проролить музыку. Я могу ее легко здесь проролить. Но если проролим, ничего страшного. Доролим, значит, до какого-то мифика. Все, есть, музыка есть, окей, оставляем ее тут, в принципе, да. Окей, у нас есть 84 тысячи, чтобы наролить, по большому счету, нам еще две пчелки. Это спайсика, либо прайсис. Окей, кидаем, ребят, вектором, мы вчера сюда кидали. Так, можно, да можно по гифте там, в принципе, ролить, я думаю, вам поинтереснее, тем более на перемоточке, да, как бы, видите, я нажимаю, она чуть-чуть так запаздывает, да, на перемоточке небольшой, вам нормально. Музыка достаточно быстро, кстати, здесь выбилась, но нет. Вектор. Третий раз сюда. Не, я сюда ролил, я не помню, что здесь было. Здесь то ли музыка был, то ли карпентер. Короче, я сюда ролил, выпал вектор. Потом я ролил, по-моему, выпал фазик. Потом я ролил, выпал вектор. Потом я сейчас ролю, выпал вектор. А, жесть, конечно. Удача покинула чат. Говорит, 5 оставляй, 5. Нет, нет, я хочу попробовать с 4. Хе,
Фазик, кстати, немного потратили, сюда выпал фазик еще. Нет, нет, к сожалению, нет. Блин, я не знаю, просто мне не хочется сильно много тратить. Мне они, в принципе, нужны, потому что мы завтра, в принципе, купим с вами соту. Нам нужно будет выкормить, как минимум, до тренажки. И получается еще также нарулить нам что-то, что-то нужно. Хотя для начала можно будет вообще, в принципе, любую посадить. То же самое, хоть хасти, хоть стубор на, не знаю, пусть будут. Баунти, да камон, ну чуваки, нет, 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 нет. А, баунти, мы переролили тут баунти, да, где музыка сейчас стоит. Там выпал баунти, и сейчас получается здесь баунти. Не, ну это прикол какой-то. Все, ребят, пятнашка остается, буквально вообще немного. Докупать вряд ли я буду, но что получается, нет, мы навыбивали мификов в любом случае. Если кому-то нужно было бы круто, то есть если нужно было бы синих, то было бы круто. Да, я понимаю, что не могут бесконечно сыпать красные. Вот как раз посыпали у нас, в принципе, с вами синие. Задача у меня первоначально была вообще, в принципе, музыку воткнуть, что, в принципе-то, я и сделал. Ролим до победной. Там я, если что, старки джельки покидаю. Если что, стуборно оставлю на крайний случай. Хасти можно даже, в принципе, оставить для скорости. Буквально последние разы. Прямо смотри, по чуть-чуть тратится. Чё за прикол? Ладно, окей, идем, ребят, еще покупаем, уболтали, просто уболтали. Сейчас еще идем, покупим немножко. Буквально 450 оставим, чтобы мне 300, а где-то за 2, да, фарма, мало ли мне даже выпадет, если на вот сюда, чтобы мне за 2 фарма, в принципе, добить до как раз соты. Ну, плюс еще выкормить. 43 тысячи докупили, в любом случае сейчас туда вообще скоро должен выпасть. Блин, я надеюсь, ребят, вот прожмите лайкосик, вот лайкосик 100% не хватает вашего лайкосика. Давай мы, наверное, сразу с тобой, чтобы не тянуть мне резину, да, включим по мистикам. Нет, если мы сейчас 43 сольем, это будет просто эпик фейл. Бьонси за 2000. У нас, в принципе, 40 тысяч. У нас еще должен выпасть один. Давай. Вектор. На 2500 потратили. А что за прикол вообще? Хоть вектора оставляет пока что. Давай еще раз пробуем. Надо было вектора оставлять. Ну, камон. Ладно, окей, не жалеем. Окей, чуваки, покупаем и еще. Прямо вот тут реально уболтали. Покупаем еще полтинник. Если падает вектор, падает вектор. Падает Бейонсе, вот это падает Бейонсе, либо Баунти. Я бывает Бейонсе называю, бывает Баунти, ну вы поняли, да, который шары дает. Все стоит по гифте там. Давай, кидаем. Прикинь, спасик. Подожди. А, я отключил. Я уже отключил на всякий случай. Ладно, окей, кидаем. 36 ушло, ребят. 36. Я вам вообще, ребят, не советую ролить именно по мификам. Уходит всегда больше. Я не знаю, как это работает, но уходит больше. Эта ячейка просто проглотит какой-то. Окей, хорошо. То, что я хотел, я выполнил. Потратил, конечно, больше, чем я рассчитывал. Ну, а что поделать? Ничего с этим не поделаешь. Медовую, ребят, пока я оставляю. Мне нужно выкормить пчел. Это как минимум. Плюс еще на... фармить на соту, плюс также у нас еще докупить ролик джелик, чтобы выбить также, ребят, что-то нам красненькое из мификов. Давайте под этим видосом 111 лайкосов, ребят, набираем, и так я сразу запускаю стрим. Если набираем сегодня 111 лайкосов, завтра, ребят, запускаю стрим. Если набираем завтра 111 лайкосов, то послезавтра запускаю стрим. Если, ребят, не набираем за вот эти пару дней 111 лайкосов, то стрим тогда будет только на выходных. В лучшем случае. Все, ребят, всем пока. С вами был Тим. Оставайтесь веселыми, счастливыми и до новых встреч.